Поехали! 15 и 16 августа в детском лагере «Бригантина», что возле Скадовска, прошел первый всеукраинский фестиваль настольных игр. В своих интеллектуальных способностях упражнялись дети из разных регионов Украины. Игры им понравились, особенно фишки древней китайской рэндзю. На карамельки похоже. Рэндзю – усложненный вариант крестиков-ноликов. Играют в нее не только ради забавы. Организаторы фестиваля уверены, настольные игры способны повысить интеллект и укрепить память. Люди, играющие в настольные игры, они отличаются усидчивостью, выдержанностью, не проявляют сверхэмоциональности там, где ее не надо проявлять. И самое главное, что это, да, вот инструмент общения. Инструмент общения, когда можно сесть, поиграть и за игрой, и просто поговорить, и что-то вспомнить. Победительницей во всех номинациях стала 13-летняя Ира из Черниговской области. Говорит, ее первой настольной игрой были шахматы. Играя в них с папой, она многому научилась. В шахматах иногда фигуры теряешь, иногда приобретаешь. Благодаря им я научилась не терять много, не терять радостные моменты жизни. Играм да, учебникам нет. Таким видят наиболее эффективный учебный процесс в начальных школах организаторы фестиваля. Ведь в игровой форме дети легче усваивают материал, а главное, им становится интересно учиться. Эрудит развивает словарный запас. Участвовать в этой игре могут и взрослые, и дети. Во время игры мы выложили 30 слов. NTD, Скадовск, Украина.